И вот момент. Бросок вступает в игру Александр Самонов. Шайба прижата. И сразу вспышка. Чуркин берет на себя армейского игрока. Приехали лайнсмены. Приехали другие игроки, но защитники армейские вперед не идут. Оба загрубость по 2 минуты. Ну, вот так вот. Обоюдная загрубость. Да, обоюдная загрубость. Вот, смотрите, сейчас у Акулова, видите, выбивает шайбу Чуркин, и она как раз отскакивает налево. То есть это не пас был Акулова, а вот такое стечение обстоятельств, но тем не менее...